Скайпом вашим. Всем привет. Как у вас дела? Кто уже собирается на работу, кто уже на работе, кто дома лежит, бока отлеживает. Наська, привет. Я лежу тут с кокулой. Я тоже дома лежу. Настя, ты где? Вот так. Решила выйти в прямой эфир, узнать вообще, что тут интересного у вас. А, как ты, акула огонь? Акула вообще крутая, вон она. Она вообще крутая, знаешь, на ней как спать удобно. Ноги на нее закидывать можно. Вот. В Астре пока что. Астрахань. Поняла вся. Да как, ну я хорошо. Не выспалась ни черта. Вообще. У меня сегодня телефон целую ночь и все утро динь-динь-динь-динь. Я не выспалась. Очень много писали по поводу таблеток. И, короче говоря, я только-только уснула, сладко уснула. Только что будильник прозвенел. Еще и смс-ки. Короче, я вообще... Ну, сейчас я уже что? Я уже не буду ложиться спать. А почему решила перейти на ПП? Таблетки для похудения не хочешь принимать? Не, я их принимаю. Таблетки для похудения принимаю, а ПП, ну, как бы, это все равно нужная вещь. Я подумала, почему бы и нет. Я, в принципе, в ПП ничего не понимаю. А так мне привозят ПП уже готовую продукцию, уже там пятиразовое питание готовое. То есть мне только остается открыть, положить в рот, переживать. Все. Собственно, почему бы не попробовать? В общем, я стала пробовать. Ну как, могу сказать так, что по килограммам я пока результата никакого не вижу. Не знаю. Но чисто в плане здоровья, да, результат есть. То есть легкость такая присутствует, это есть такое. Но что-то как-то во всем остальном я пока не вижу. Приколы этого ПП. Мне кажется, если таблетки пить, то, конечно, быстро все уйдет. С таблетками вообще все просто и легко скидывается. А до этого я пыталась есть ПП, да, сидела на ПП, но без таблеток. Значит, как-то... Что-то как-то не то. Просто правильное питание, ну, можно, нужно приучать себя к этому. Но я, в принципе, никогда как-то... Я всегда так питалась. Старалась более правильно питаться. Но вот этот алкоголь дурацкий всегда мешал. Ложись спать. Не, спать не буду. Я потом ночью что буду делать? Я в Москве. Почему ты решила перейти на ПП? Я уже сказала, почему красить перестала. А я потому что красивая? И вообще, сейчас утро. Сейчас утро, поэтому я что, я не крашусь? Я очень красивая, даже не накрашенная. Могу себе позволить. Не знаю, в последнее время я даже если крашусь, то минимум. То есть это тональная основа, может быть, там совсем чуток. Мэри Кей я пользуюсь. Приезжай в гости в Новосиб. Обязательно съезжу как-нибудь в Новосиб. Я там неподалеку живу, в Томске. Вот. В общем, тональная основа, максимум брови подкрашиваю, губы, ну, скулы подчеркиваю, и, собственно, все. Ресницы могу накрасить. Вот. Наращивать ресницы я уже давно не наращивала, уже, наверное, года полтора или год точно не наращиваю. Год точно не наращиваю. Вот. И вообще, мне почему-то кажется, что когда я крашусь, я выгляжу старше. И мне это явно не нравится, очень не нравится.
учитывая, что мне уже как бы 26. Чувствую я себя на 27, а когда накрашенная, как будто бы 37. Ну вот, как-то так. Поэтому стараюсь особо не красить. Не нравится мне что-то это. Естественность в моде. Естественно, должна быть девушка. Волосы, губы, ногти. Все свое должно быть. Кстати, у меня все свое. Пробовала лечебное голодание или вообще голодание? Ну, вы знаете, вообще, если голодать... Нужно всего лишь, я так понимаю, один день в году, я, насколько знаю. Но вообще, это же стресс для организма. Ну, вы поголодаете, ну, посидите вы на этой водичке. И что потом? А потом вы наберете. Какое-то... Имеет разве значение, да, какое-то, какой-то смысл? Я знаю классную диету, но тоже нужно как-то силы воли и продержаться на ней. 5 дней всего лишь диета. За 5 дней можно скинуть, ну, достаточно хорошо. То есть берешь, покупаешь бананы и воду. Все. Ничего добавлять больше нельзя. Ничего. 5 бананов в день и вода. Диета крутая. Вот, кроме бананов ничего нельзя. Ты же говорила, что так много раз кушать ты поправляешься, что тебе один раз кушать надо. А если честно, я до сих пор, вот я сейчас пытаюсь на ПП сидеть, и если честно, у меня происходят срывы, я не могу 5 раз есть. Вот я привыкла 2 раза в день есть, да, ну там, не сказать, что совсем, да, большими порциями, ну небольшие порции, да, но все равно. Я наедаюсь, в принципе. Вчера, например, я 1 раз поела и вечером чай попила. Ну, как-то вот так вот. Я привыкла так. А тут 5 раз в день нужно кушать маленькими. Там порции небольшие, на самом деле. И очень все сытно. Но до ужина я не добираюсь. Ни разу еще не ела ужин. Ни разу. Ужин отдаю. Не врагу, конечно, но отдаю. С тем, с кем живу. Вот ему отдаю все. Иногда бывает, что и завтрак отдаю, обед бывает отдаю, когда готовить не хочу, отдаю все. Еще отдаю еду, да, если я, допустим, не доела что-то, что-то там мясное, например, вот не полезло никак, я кошечек хожу, кормлю. Маленьких голодных котят, которые живут на улице. Мне их жалко. Таблетки постоянно пить нельзя. Курс, смотрите, за курс можно скинуть 15-20 килограмм, смотря сколько у вас лишнего веса. Вот. Потом, в принципе, не набирается вес обратно, потому что желудок был больших размеров, потом во время курса он уменьшается в размерах, ты меньше начинаешь кушать. Ну, и, собственно, потом наедаешься маленькой пиалочкой и все. А после таблеток килограммы не набираются, потому что... Стресса не было никакого для организма. То есть это не как голодание, не как диета. Там ели сладкое, потом раз и резко перестали есть. Или там вообще еду ели, раз и резко перестали. Такого там нет. То есть организм не понимает, как вы его обманули, как он похудел, он не понимает. Он просто ел, вроде бы ничего особо в рационе не менял, но кушал маленькими порциями, за счет этого начал худеть. Ну вот. Ну и не только за счет этого, конечно, там еще жиросжигание происходит, обмен веществ улучшается и все такое. Но вес не прибавляется, потому что был больших размеров желудок, потом стал маленьких. Вот как он стал маленьких размеров, так уже он остается маленьких размеров. Его главное только не растягивать, и все. Как вы пили воду во время курса, так и продолжаете пить. Поэтому ничего особо не меняется, и в итоге ничего особо-то и не набирается. Ну, у меня, например, я худела 3 года назад на Билайте, потом пила бобы. Я похудела за 2 месяца, ну, за 2,5, считай, месяца, похудела где-то с 74 до 54. 3 года прошло, я набрала за 3 года, получается, лишних килограммов 5 лишних килограмм. 3 лишних года еще. В моей жизни. Ну, может, не лишних, не знаю. Так, что там, как не пить, не понимаю. Не пить алкоголь?
мой очень легко. Я с 24 это прекрасно поняла, когда мне алкоголь просто перестал лезть. Я просто не могла пить алкоголь, не знаю, но это старость. Таблетки можно пить, но не постоянно, ну, раз, там, два раза, три раза в полгода. Ну, как бы это можно так, смотря у кого какая ситуация. Приезжай в Северск, мы тебя ждем. А что в Северске, кстати, какая погода сейчас? Я курю, пью, ем, что хочу, вешу 50 кг всю жизнь. Ну, это здорово, конечно. Просто есть такие дамы, которые весят 50 кг, а потом родили, и что? И весят 75 кг. Ну, вы знаете тоже, если курить, пить и есть все, что хочу, качество тела совершенно другое. Если не курить, не пить и кушать, да, правильно, ну, соответственно, там и может не быть целлюлита, может не быть еще много чего. Поэтому качество тела меняется, и, конечно, фигура лучше смотрится. Я не знаю, какая у вас фигура, но в любом случае, вы, конечно, ведьма. Это просто у вас замечательная генетика тогда, если... Так, вот я знаю, кстати, Саша Гозиас тоже, у нее потрясающая фигура, но как бы она тоже ест много чего. Ну, правда, уже не пьет особо и не курит давно. Но тем не менее, как бы, это генетика. Так. Hello. My dear friend. Так, на Дом 2 хочешь? Нет, не хочу я туда. Видела тебя вживую, у тебя идеальная кожа. Спасибо. Ну, есть такое. Русь, за сколько отросли волосы? Ты же как-то много лет назад волосы как у мальчишки были. Да, была короткая стрижка у меня очень-очень давно. Ну, в принципе, у меня волосы быстро росли на то время. И я отрастила волосы за год практически. Они отросли у меня, по-моему, до сюда. Ну, короче, они быстро выросли, я уже, кстати, не помню. Но выросли они быстро. Сейчас волосы у меня растут так себе. Маски там всякие делаю. Ну, я их, что, я сама виновата, я их сожгла, пережгла, перекрасила. Говорила мне, мама не красится. Говорила, а я красилась. А бананы – это быстрые углеводы, их при диетах нельзя. Ну, тем не менее, есть такая диета, и она, кстати, эффективная. Действительно, за 5 дней можно спокойно скинуть 5 килограмм на бананах и в воде. Вот. Сама похудела на таблетках, худела без всяких бананов, вот, худела, пила Билайт и пила волшебные бобы. Я ими сейчас занимаюсь уже как 3 года. Собственно, как похудела, так и занимаюсь. И поэтому помогаю всем остальным тоже похудеть. Красивая, спасибо. Ты сейчас пьешь таблетки? Сейчас пью. Привет, без мейка ты такая красивая, спасибо. Какие таблетки? Билайт, бобы. По поводу похудения и таблеток пишите мне в директ сразу или в WhatsApp. А с какого дня начинает скидываться вес? Ну, где-то примерно с 5-го дня может начаться похудение, может с 7-го. У всех по-разному, но вот у меня было первый раз с 5-го дня. Ну, вообще эффект уже с 1-го дня, как только ты уже таблетку проглотил, тогда ты уже особо кушать не хочешь, и поэтому, в принципе, там... Проходит дней 5, и, соответственно, уже есть эффект. У меня и в отзывах это написано, то есть отзывы. Так, что за таблетки сказала? Уже волшебные бобы Билайт пишите мне в WhatsApp. Есть даже санатории по голоданию. Согласна, да, есть, там делают чистку полную. Кстати, интересная тема, я бы съездила, я бы так сделала. Но, блин, мне кажется, что это почистит тебя хорошо. Хорошечно, твой толстый кишечник. А что потом? Потом суп с котом. Потом набирают тоже быстро. И каждый день по КГ уходит. Ну, только не жира. Ага. Ну, блин, да, голодание в каких-нибудь там клиниках, это круто, но там не жир уходит, как бы.
Там нужно понимать, что чистка организма – это чистка. Катаклизму всунули, вставили и все. И ты почистился на 5 килограмм, потом воды попил и все обратно пришло. И все. Это так оно и происходит, честно. Какие цветы у тебя глаза? Они разные у меня бывают. Бывают серо-зеленые, бывают серые, бывают зеленые. Зеленые, когда я злюсь или плачу, например, они прям сильно зеленые, ярко-зеленые. Бывают голубые, когда у меня очень хорошее настроение. Серые, тоже хорошее настроение. Сейчас. Бывают, кстати, серо-голубые. Сейчас серые какие-то. Какие-то серые. Серные глаза у меня. В детстве я пела песню «Серные глаза». Так я не нашла эту песню. Надо у мамы спросить, что за песня-то была. Да и все же, которые набирают после таблеток. Ну и все... Все же... Что? Все? А рост? 1,62 м. Выросла на 1 сантиметр. Еще расту, оказывается. Не вширь, а ввысь. Я тоже 10 лет вообще не пью. И так хорошо. Нет, я иногда пью. Иногда это меня подводит, прям бесит. Это только вот на ББшечку эту сел, только себя приучил, а потом тебе говорят, винишко? Может быть, винишко? И я такая, ну да, может быть. Не могу отказать, нет. Жара у вас, что ли? Это хорошо, что у вас жара. А у нас не жара, у нас вообще не жара. У нас тучи, как люди. А я не могу поправляться, 50 кг и не больше. Есть, кстати, один какой-то препарат, мне вот молодой человек говорил мой. Есть препарат, не знаю, как называется. Ну, короче, какой-то порошок, ты выпиваешь и поправляешься. Там одни углеводы. Да, пила этот прямого поставщика, действительно, без каких-либо подделок. И я уже 3 года этим занимаюсь, то есть у меня все проверено. Я сама лично даже худею на них. Поэтому там у меня все схвачено. Где твой Колян? Ну, у меня нет никакого Коляна. А как набрать вес? Жрать, не двигаться, нанять рабов, и чтобы рабы... Чтобы вы, короче, вообще просто вообще не двигались, привязать себя к кровати, и все. И все. А рабы будут все за вас делать. Только есть будете вы. Привет, привет, кто присоединился. Ты добрая и прекрасная девушка. Счастье, добра тебе. А я не ведьма. Я высокая и худенькая. Ну, ладненько. Это хорошо. Но все равно что-то мне подсказывает. Нет, это круто, когда на самом деле такая генетика. Блин, клево. Это, конечно. Это круто. Таблетки заглушают аппетит. То же самое, что голодание. Только с голоданием нужна жесткая выдержка. Только безопаснее. Ну, во-первых, голодание, так скажу, не все могут выдержать. Обязательно сорвутся. Особенно новички, обязательно. С таблетками это реальнее. С таблетками реальнее можно даже поголодать. Можно, но не нужно. Потому что это все-таки таблетки. Нужно хотя бы хоть что-то съедать. Ну, как голодать? Я вообще не понимаю, как можно голодать. Можно гречку, например, есть, да, вареную. Тогда ты тоже похудеешь. Ну, а с другой стороны, ну, я вообще не понимаю, как так можно. Ну, поешь ты эту гречку, ну, потом нужно себя как-то в руки брать и держать себя. Я уже давно так не делала. На диетах этих я уже 1000 лет не сидела. Ты классная, спасибо. Русь, привет, Циркуска, ты классная. Очень спасибо большое, очень приятно. Давай группу заведем по похудению в WhatsApp. Ну, в принципе, можно. Кстати, те девочки, кто у меня брали таблетки когда-то, и кому они помогли, кто действительно увидел классный результат, пишите мне, у меня есть идея. Каждая может заработать, подработать. Вот, лишняя копеечка в кармане должна быть. На колготке, я считаю. Поэтому у кого есть желание
заработать, то, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp или в Директ, и я с вами свяжусь, вам все расскажу, какая у меня идея. Вот. Вы можете узнать, как этот порошок называется? Это не помогает жрать. Могу узнать, если вы мне в Директ напишите, я узнаю и вам скажу, как называется. Привет, Томска. Ты позитивчик, спасибо. Томск, привет. Я лежу тут на пляжу с кокулой. У меня замечательная есть кокула. Очень позитивная, хорошая, молчаливая довольно-таки. Мне не мешает. Хорошая она. А как набрать вес? Ну, либо есть, либо есть порошочки какие-то, которые с углеводами. Скажу, как называется. Вот. Сколько стоят таблетки? По поводу цены таблеток и таблеток всех для похудения, пишите мне в WhatsApp, в Директ, я вам отвечу, все досконально расскажу, покажу, вот, и, в принципе, могу даже отправить, даже сегодня. Сегодня, кстати, пойду отправлять заказы. Да, Кокула ее зовут, Кокула. Угадайте, почему она так называется? Угадайте, почему у нее такое имя? Дали ей такое имя. Я вот думаю, кого завести, кота или кошку? Вернее, или собаку. Кота, кошку или собаку? Я сейчас, кстати, начала рисовать, писать картину. Писать. Я ж художник, я ж художник. Я забыла совсем. Начала писать обалденную картину. Решила посвятить эту картину своей кошке, которая у меня была когда-то. Вот, носишь каблуки? А, крайне редко. Не очень люблю носить. Раньше я чаще носила, сейчас я понимаю, что... Ну, максимум одеть каблуки, сесть в машину, докуда-то там доехать, выйти на этих каблуках и сесть. А так, блин, так нет, я уже пока в Москве нахожусь 3 года, я как бы очень редко хожу на каблуках. Неудобно. Собаку, кошку заведи, собаку. По клубам ходишь, любишь танцевать? Ну, как сказать, я люблю ходить по клубам, но только если с огромной большой компанией, классной компанией, которая мне по душе и по духу близка. Если такой компании нет, то не особо люблю ходить в клубы, ну, как бы считаю, что там какое-то это... По сути и по факту там снималово, поэтому я туда не очень люблю ходить, и мне эта обстановка не очень приятна. Вот. Я домашний человек, кот, я кошка, я кот, а кошка я. Кота только и кота только. Угу. Кота и только кота. Так, хорошо. Хочется мне кота очень сильно. Что, вам показать картину, которую я пишу? Клевая получается картина, я бы вообще купила бы, если бы не я рисовала. Я бы купила эту картину, но я ее не продаю. Спасибо, да. Я очень beautiful, спасибо. Спасибо. Наверное, вы про какую говорите, про мою. Вот. Вот последний раз, когда я была в прямом эфире, мы разговаривали про женскую дружбу. Пришли к выводу, что женская дружба бывает. Хотя я не пришла к этому выводу. А собаку, если много времени свободного, котов не надо вообще, кошку лучше. Почему котов не надо? Типа метят, что ли? Так ему можно чик-чик. И все, не будет ничего медить. У меня дома в Томске 2 кота, и они оба чик-чик. Ничего не метят. Нормальные. Вообще идеальные коты. Кот будет метить территорию, когда старый станет. И все, весь дом будет вонять. Да, у нас, кстати, на первом этаже здесь живут людишки. У них есть красивый кот. Клевый кот, очень красивый. Ну, так у них из квартиры, конечно, кошатенькой попахивает. Ужас один.
Да, покажите. Хорошо, покажу. Долго не пришлось меня упрашивать. Пойду-ка я вам покажу свой шедевр. Шедевральная картина. Какой у меня тут бардак опять. Творческий беспорядок – это не бардак. Вот что. Вот что. Ну, это там пока зарисовки. Как бы, ну вот. Это все масляные краски. Все маслом нарисовано. Очень красиво. Туда я еще добавлю бронзовый цвет такой, бронзу. И будет очень классно. У нее закрытые глаза, чтобы вы понимали. Клуто, клуто. Да, у меня клуто, но получилось. Мне тоже понравилось. Вообще задумка была немножко другая. А в итоге я вон как нарисовала. Ну, кошка немножко коротконогая, конечно, моя получилась. Но я ее как-нибудь исправлю. Вот. Но кошка получилась прям очень похожим. Это Либи? Нет, это не Либи. Я почему-то очень люблю рисовать африканок. Не знаю, почему и с чем это связано. И когда у меня какое-то вдохновение, почему-то обязательно это должна быть африканка. Почему? Не знаю. Вот. Вчера я, знаете ли, пекла вечером кексы. Короче, я вообще творческая натура стала. Пеку кексы, пишу картины. Какие клубы? Ну, какие клубы? Вот. Кайфовая картина как раз под мой интерьер. Так вы можете мне заказывать картины, я буду писать вам картины. Я вообще не профессиональный художник, но пишу красиво, когда есть вдохновение. И оплата. Самое важное. Вот такие вот кексы вчера готовила. Корона стайл. А что, у нас здесь, в нашей семье, вот, и вообще, в принципе, в моей семье, все вот такие вот ходят в коронах. Это нормально. У нас все короли да королевишны. И только покажи нам тоже. Покажу. Носишь стринги. Ой, ну как сказать. Я по-разному, ну, панталоны люблю. В них удобнее. Я же уже старый человек. Вот. Вот так вот печешь, печешь корону, а тебе потом самый лучший говорят, что ты самый лучший. И такие красивые розочки. Мне очень часто дарят цветы. Ну, вот мой мужчина мне часто их дарит. Может быть, ну, смотрите, какие они красивые. А вам часто мужчины вот дарят цветы? Вот просто вот в последнее время мне кажется, что мужчины вообще обмельчали, и они совсем не хотят никому ничего дарить. Все только им надо дарить. Я считаю, что нужно за женщинами ухаживать. Всегда. Всегда, всегда. Если не ухаживать за женщиной, то за ней будет ухаживать кто-то другой. Я не такая. За мной-то ухаживают. Даже если бы за мной не ухаживали, я бы все равно бы ни от кого, ни от какого другого подарки бы не принимала. Что у меня здесь так темно в экране? Не пойму. Редко дарят цветы, говорят. Почему? Заставьте его дарить чаще. Нет, только по праздникам. Да блин, ну какие нафиг праздники? Вы праздник. Вы женщина, вы праздник. Каждый день праздник. Ты что, пьяная? Нет, я не пьяная. У меня просто хорошее настроение. А мой всегда дарит в месяц раза 4. Блин, я не подсчитывала. Не знаю, не подсчитывала.
Мне часто дарят. Мне вообще очень хороший мужчина. Тьфу-тьфу-тьфу. Очень-очень хороший. На работу ходит, цветы дарит. Любит. Хотя не. Любит-любит. Сейчас, наверное, прямой эфир на работе сидит, смотрит. Любишь? Любишь. На проект не хочу. Что там делать? Ты довольна результатом липосакции? Хочу сделать, что посоветуешь. А делала липосакцию внутри... Ой, короче, внутри... Вот тут, внутри... В общем, вот тут вот я делала липосакцию. Когда-то. Ну, в принципе, ну, как вам сказать, довольна. Ну, нормально. Главное потом... ходить это на массаже. Если на массаже не ходить, то тогда результата не будет. Вот. Ну, внутрибедренная часть, правильно? Внутрибедренная часть, вот там я делала липосакцию, потому что эта зона, там очень трудно уходит жир. Вот жировые отложения очень сложно уходят оттуда. На дом 2 не хочу. Что за вопрос тупой? Так. Пьяная точно. А, Настюха, Валерий, ты такая тупая. Не могу прям. Такие тупые шутки и подколы у тебя. Господи. Грундосы какие-то тут сидят. Больно? А, вообще не больно. Вообще не больно. Мне, я помню, тогда сделали липосакцию. В принципе, я могла уже пойти в этот же день пойти погулять. Ну, как бы, меня не пустили, потому что так нельзя, по правилам. Еще одна выходка будет, и пойдешь в черный список, поняла? За что же уже выгнали с проекта? А я не знаю. Я как-то не смотрю проект, и я не знаю, выгнали ее или что с ней стало. Она как ее могли выгнать, если она там работала? Ну, попросили, может быть, но не выгнали же. Сколько платили на дом 2? Ой, очень мало платили. Действительно, фигню несете. Ну, вы знаете, люди разные бывают. Вот, и поэтому... Есть те, которые несут нормальную ерунду, а есть те, которые ненормальную ерунду несут. Я сама даже не поняла, что я сказала. В общем, Настюха, не неси хрень всякую мне тут. Вот. Брови бомба. Да, спасибо. Они почти что свои. Сколько парню лет? 31. Как относишься к Бородиной? Вы знаете, вообще раньше я к ней относилась отрицательно, потому что она постоянно меня задевала и постоянно пыталась подколоть и унизить меня как-то прилюдно. Потом я ей дала, ну, словесный отпор на лобном месте как-то раз. Мы с ней, ну, закусились, подцапались. Вот. Она немножечко обалдела от того, что я ей отпор дала. Ну и с тех пор она меня не трогала. Вот. Ну и как бы я ее тоже не трогала. Вот. Мне больше как-то Бузова нравится, потому что она человечнее. Но вот в последний раз, когда я ходила на ток-шоу, вот, недавно, да, я была на Доме 2, на вечернем шоу, как раз-таки там вела его Бородина. Могу сказать, что мы с ней, конечно, так не общались с глазу на глаз, да, но я, например, почувствовала от нее немножечко другое отношение, то есть видно было, что она немножечко изменила что-то у себя в голове по поводу меня. Ну, и она как бы меня не закладывала, как вам сказать, не пыталась меня унизить на шоу, а наоборот, пыталась выставить в лучшем свете. Поэтому, ну, собственно, в таком, в каком я и есть. Вот. Поэтому у нее, наверное, мнение немножечко изменилось обо мне. В лучшую сторону, я думаю.
Ну и, соответственно, у меня тоже изменилось. Ну так что. Поэтому я нормально к ней сейчас отношусь. Сколько? 31 мужчине. Любишь маникюр делать, шеллак? Сама лично, я вообще не умею делать шеллак, маникюр. У меня маникюр получается в итоге. Я вообще отвратительный нейл-мастер. Ужасный. Таких ужасных нейл-мастеров нужно поискать. Мне кажется, что вот эта вот Какула, она лучше делает маникюр и педикюр. Я не умею. Не хочу, не могу и не буду. Я всегда хожу в маникюров и там делаю за час маникюр, шеллак, покрытие, снятие, дизайн какой-нибудь еще могу выбрать. И это все за час. Педикюр тоже там быстро делают, полтора часа максимум. 40 минут даже, что я гоню. 40 минут делают. Мне сделали последний раз за 40 минут педикюр. Тоже покрытие, шеллак, снятие, еще и могут много чего сделать из дизайна. Поэтому такая крутая штука маникюров. Я вот только туда хожу. Сама делать не люблю вообще. И кому-то красить тоже не очень люблю. Ну, мало сколько, меньше 30. Что, меньше 30 килограмм? Чё, грамм? Лет? Посмотри на себя, как пьяная говоришь, и двух слов связать не можешь. Напугала, можешь и в черный список занести, ты не цаться, просто обоссаться. О, боже. О, май гад. Я не работаю. Я работаю на себя. На кого-то я не работаю. Я занимаюсь продукцией для похудения, и уже достаточно давно, и достаточно эффективно это все происходит у меня, поэтому я ни на кого, собственно, и не работаю. Общайтесь с Бузовой, ну, мы с ней не подруги, так, чтобы прям общаться, но, как бы, если мы видимся, вдруг такое бывает, да, ну, это крайне редко, конечно, происходит, вот, то, да, можем чуток быстренько пообщаться о чем-то, ну, а так, нет. Ну, они не думают, что пишут. Ну, это так. Ну, это зависть, злоба, блин, я не знаю. Ну, что, есть такие завистливые люди, что с ними поделаешь? Сидят они, смотрят на тебя и завидуют. Чему только завидуют, непонятно. Ну, может, мои... Ну, я не знаю даже, чему еще можно завидовать. Чему вот. Хотя мне много чему можно завидовать. Ну вот это ты несешь хрень какую-то. Ну окей, хорошо. Я несу хрень, ты сидишь эту хрень слушаешь. Мне это все равно. Это мой прямой эфир. Вообще хочу несу хрень. Хочу несу не хрень. В чем проблема? Привет. На проекте ты была норм, а в прямом эфире два слова связать не можешь. Слушай, а что я должна тут связывать два слова? Я могу и три слова не связать. Ну и что? Может быть, я только проснулась, вышла в прямой эфир, и что такого? Я должна связывать слова, что ли? Тут, я не знаю, составлять сложные предложения? Не понимаю. Что хочу, то и делаю вообще. Отстань. А, так. Я, поверь мне, сейчас могу и не два слова связать, а еще и побольше. Поэтому, если нужно, обращайся, я тебе это... поднатаскаю. Как дела? У меня дела хорошо. Привет, 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 привет. Блокирую всех идиотов. Ну, блин. Да, нельзя, чтобы оскорбляли, не нравится, не смотри. Действительно, я согласна с этим мнением. Зачем? Вот если тебе не нравится человек, и ты прям бесишься от того, какой он идиот, ты думаешь, фу, опять эта тварь вышла в прямой эфир. Так зачем заходить, смотреть и еще, блин, я не знаю, перепираться? Ну, это так глупо выглядит. Сама себя ставишь в неловкое положение, сама на себя льешь, извините, кучу дерьма. Вообще так тупо это, конечно. Ну, как бы, ну, нравится человеку в дерьме купаться. Ну, пусть купается, дальше плещется, что я поделаю. А, вот. А, меньше 30 тысяч платили. Нет, не меньше. Чуть побольше.
Ну, мало, конечно, платили очень. Я думаю, что сейчас вообще не платят. А как дела? Как настрой? У меня дела хорошо. Достаточно. 38 человек в эфире, уже 35. Ну, посчитай, будет вот уже 37. Молодец, что считать умеешь. Ну, как бы я крайне редко выхожу в прямой эфир, и, в принципе, неважно, сколько здесь людей сидит. Знаешь, раньше сидело тут 200 человек, и большая часть из них была идиотов, таких же, как и ты, Настюх. Ну вот. А как бы, собственно, сейчас 36 людей, ну, как бы, в принципе, зато это те люди, которые, с которыми мне интересно общаться, с которыми мне приятно общаться. А с такими, как ты, ну, как бы, я уже давно не общаюсь. Они все в черном списке. Ты очень красивая и приличная, позитивная. Думаю, спасибо большое. Кому не нравится, уходите. Согласна. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела, как настроение? Мне все замечательно. Выйти из эфира, раз не нравится, задрали. Короче, раз ты всех напрягаешь, я тебя убираю из прямого эфира. Вот и все. Пока, Наська. А, вот, все. Настюха, ты дура. Ну, что поделать с такими тупыми людьми? Ну вот, ей ничего не остается, кроме как либо сидеть перепираться дальше, либо вот как бы, в принципе, молчать. Ну, молчать ей же никак не хочется, поэтому позориться дальше надо. Как в целом относитесь к проекту Дома 2? Знаете, если честно, негативно. Наверное, больше негативно, вот. Очень много, не знаю даже, вот как вам объяснить. На самом деле, поначалу было весело. Есть какой-то драйв новый, там какие-то эмоции, очень здорово и классно, но потом ты понимаешь, что ты позоришься, и позоришься, ну, практически за бесплатно. Вот. Всем, кто там работает и кто там находится, всем на тебя наплевать. Ты, в принципе, там никому не нужен. Чтобы ты там должен попу рвать, из себя что-то строить для того, чтобы тебя обсудили, показали, и ты рейтинг поднял. Ну, как бы, если тебе показывать нечего, и ты неинтересный сам по себе, ну, тогда до свидания. Ну, как сказать, с одной стороны, есть плюсы этого проекта, а с другой стороны, очень много негативных моментов и по сей день в моей жизни. Вот. То есть, особенно в личной жизни. Поэтому, как вам сказать, все же смотрят Дом 2, и все помнят этот Дом 2, и, соответственно, очень много вопросов возникают, на которые я бы, например, не хотела бы уже давным-давно отвечать, и я, может быть, уже и забыла, что такое Дом 2, если честно. Но мне периодически напоминают некоторые люди. Русь, не обращай внимания на дураков. Да, Русь, не обращай внимания на негатив. А, привет, хай, привет, привет, улыбнись. Чем сейчас занимаешься, Русь, где работаешь? Я делаю людей красивыми, счастливыми, счастливыми и худенькими, стройненькими. Вот. Кто по гороскопу? Ну, я близнец. Да, сейчас Дом 2 это вообще полная жесть. Вот. Ну, по крайней мере, есть чем сравнить. Например, тогда, когда я была на проекте, было все как-то, честно говоря, по-доброму. Вот. Ну, были, конечно, там у меня косяки, но как-то, ну, не так, как сейчас. Это, конечно, жестко. Сейчас там вообще просто вот каждая вторая приходит эскортница, и вот тупые качки. Меня вот когда звали на проект, вот совсем недавно, месяца два назад, я отказалась, потому что, собственно, я не понимала цель нахождения, моя цель нахождения на проекте. Какая? У меня есть отношения, я живу с мужчиной, люблю этого мужчину. Почему я должна идти на проект, делать какое-то шоу, которое мне нафиг как бы в принципе не надо, и за которое мне не заплатят плюс ко всему. Поэтому смысл мне туда идти было, не знаю, но меня звали. И я отказалась, потому что еще
Плюс ко всему, я не понимаю, что там делать. Я не такой человек. Я могу прийти, максимум высказать каждой, что она эскортница, высказать каждому правду и сказать правду в лицо и сказать, что ты тупой качок, а расставить всех вот так просто по углам. Ну, собственно, и все. Все, что я могу сделать. На что-то другое, на сходить на какие-то там дурацкие свидания, ну, как бы мне это неинтересно просто-напросто. Я уже выросла из этого. Ну, вот. Вот как-то так. Поэтому, ну, и у меня как бы даже нет, в принципе, ничего общего с этими людьми, которые сейчас на проекте есть. Я даже когда была на вечернем ток-шоу, если честно, я пришла, я не увидела ни одного знакомого лица, только потом я увидела Рапунцелей, Ебарова. И мы были друг другу так все безумно рады друг друга видеть, потому что старенькие — это старенькие. Там у нас весело было, мы ржали, мы прикалывались, было очень весело. Вот. И как бы... А там новенькие еще стояли, было очень много новеньких. Ну, они вообще никакие, вообще. Все сидят, уткнувшись так в телефон, все что-то на своей волне, какие-то девки все перекачанные, намалеванные. Ни одной девушки нет с нормальной внешностью, собственной внешностью, я имею в виду. Все вот с такими губищами, с такими маленькими носиками, с прищепками, все однотипные. И тупые качки тоже. Они все одинаковые. Я, если честно, даже не знаю, чем они друг от друга там отличаются вообще. Знаю только то, что один какой-то качок поцеловал Бузову. Все. Вот и все отличие. Если бы я не была на Доме 2, согласна, мне бы тут не писали. Тут я совершенно согласна, да. Я же говорю, есть плюсы, есть минусы. Да, с одной стороны, я благодарна, да, этому проекту и людям, которые там работают. А с другой стороны, очень есть, ну, есть побочки, так скажем. Мне проект Дом 2 не нравится. Там ничего хорошего нет, просто одна тупость. Ну, знаете, смотря с какой стороны посмотреть. Если смотреть на отношения, то, в принципе, можно увидеть другие, чужие отношения со стороны. То есть и учиться на этих ошибках. Например, вот смотрите, даже когда я была с Должанским, это же фикция была. Вот. Но если так рассуждать, то разве мало таких ситуаций в России, да и не только в России, вообще во всем мире? Есть же такие пары, там, где мужчина, он действительно в возрасте, и вот он влюблен в молодую девушку. И вот он ее пытается добиваться. Ну, есть такие мужчины, которые вот влюбляются в молодых, там, женятся, может быть, даже. И вот это же интересно. Есть такие отношения. И вот показывают просто такие отношения на экране другим людям, чтобы те смотрели на их примере и видели ошибки, какие нужно, не нужно совершать, и что нужно делать для того, чтобы достичь каких-то результатов. Ну вот, Должанский показывал, как нужно ухаживать, а я не показывала ничего. Собственно, все. Ну, поэтому, ну, то есть вот такая тема. У каждой пары есть какая-то история. Вот это вот интересно. Если истории нету, то все. То же самое, что вот сейчас на проекте, например, запоминающиеся пары, так скажем, Черно и Иосиф, да? Вот. Черно такая бой-баба, такая гром, вот, гроза, а он маленький такой шпент. Ну, и, собственно, что они делают? Они показывают, ну, может, они действительно там любят друг друга, хотя я в этом сомневаюсь очень сильно, выйдут они за порог проекта, сразу разбегутся. Но Иосиф, например, худенький, маленький, щупленький, полюбил вот такую громбабу. И вот он ее перевоспитывает. Переделывает он, бедную ее переделывает. Ни хрена брать отношения и переделывать там людей под себя. Это что за эгоизм, вообще непонятно. Но смысл в том, что я-то понимаю, что они друг друга не любят, потому что они переделывают друг друга. Особенно он Черно переделывает. Черно-то, может, и любит, а он-то нет. Вот, и поэтому... Тоже такие есть пары, там, где худенький мужчинка любит, ну, такую крупненькую даму.
Вот. Есть такие пары. Много случаев таких. Или там, где как мужик-алкоголик бьет жену. Куча таких отношений. Ну и на проекте тоже такие есть. А сейчас смотрите телешоу? Нет, не смотрю уже очень давно. Очень давно. А если бросить пить препарат? Вес возвращается? Нет, вес не возвращается. Объясню почему. Потому что желудок становится маленьких размеров. Потом, в принципе, он такого же маленького размера остается. Единственное, что вам просто нужно будет так же питаться, как и при таблетках. То есть, ну, небольшими порциями кушать, и все. Чтобы поправиться после таблеток, нужно кушать усердно, прям тазиками пельмешки. Вот. А он что, не с тобой живет, твой мужчина? Как это не со мной? Со мной и с Кокулой живет. Он на работе сейчас? На работе. Я его проводила, он на работу. Русь, там приличным девушкам как-то делать нечего. Я не смотрела и не смотрю «Дом-2». Это дурдом на выезде. Да, в какой-то степени. Куришь? Нет, не курю. Лем, «Дом-2» не твой уровень. Совсем это сранчик. Сранчик ужасен. Срачник? Срачник? Что за слово? Ну, согласна, но я уже все уже. Ну, если я раньше шла на проект для того, чтобы что-то изменить в своей жизни и уехать из Северска, ну, у меня такая цель была. Вот. Что-то новое приобрести в своей жизни и поменять ее. Вот. То сейчас я не вижу смысла туда идти. Смысл. И никому не советую. Ну, я встречалась, да, с человеком, он из Ирана был. Вот, мы с ним расстались уже вот давно, очень давно. Нехороший человек оказался. Какие побочки? А, побочек нет. У нас с мужем 15 лет разница. Но вот видите, вот есть же такие. Вот, даже вот есть такие примеры, есть такие отношения. Вот даже вот здесь, находясь в прямом эфире, есть люди, да, у кого тоже есть такая тема. Вот. Муж старше на 15 лет. Ну, вот она тема. Сейчас бы, если вы пришли на проект, вот началось бы. Или там, допустим... Ну, да, да. Началось бы. Начали бы вас тянуть. Все, причем, негативные моменты начали бы сразу тянуть. Хорошо это, плохо или и так далее. Мне еще очень интересно, а с Должанским вы были по любви или ради рейтинга? Ну, как, не могу сказать, что ради рейтинга там или там еще как-то, да. У нас был такой творческий союз, так скажем. Я когда пришла, я шла изначально к Должанскому. Вот, я пришла, и как-то мы с ним сразу спелись. Сразу же, мы же на лобном месте сразу же поплясали, похохотали. Хотя якобы я вообще пришла не к нему, якобы. На самом деле, конечно, к нему. Вот. Ну, как-то вот так. Ну, у нас был творческий союз, то есть мы с ним сотрудничали, можно даже так сказать. Вот так вот. Ну, не ради рейтинга, просто мне очень нравилось находиться на проекте, я не могу сказать, что ради рейтинга. Я тогда даже не понимала, нафига Инстаграм. Я записана как в Инстаграм? Я записана Руслана 7000. Мне сказали, заведи Инстаграм. Я завела Инстаграм. Тогда еще был популярен Контакт. Я думаю, зачем Инстаграм, если есть Контакт? То же самое же, выкладываешь фотки, смысл вообще. Ну, в общем, я назвала первую попавшуюся, у меня там вышла Руслана 7000. Ну, я ткнула, и все, я стала Руслана 7000. Если я сейчас, например, хочу поменять, ну, блин, смысл мне сейчас менять, если все знают, что я Руслана 7000. Ну, как-то вот так. И поэтому, конечно, я тупанула. Понимаете, что я вообще не ради рейтинга, не ради пиара, потому что если бы я пришла ради пиара какого-то, то я бы назвала бы страничку так, как я хотела, и если бы я уже ради пиара шла бы, да, я бы уже завела бы страничку и только потом пришла на проект, я думаю, так.
Не, на проект не пойду. Каким цветом у тебя глаза? Серо-зеленые, зеленые, голубые, серые могут быть. Могут быть зеленые просто. Короче, хочешь на проект светануться? Раз говорила про черно, на шоу хочешь попасть? Я черно в лицо, по-моему, писала. Писала в лицо, что она так себе баба. Ну, как бы, я могу хоть когда сказать, причем тут прямой эфир и проект. Вообще не вижу никакой взаимосвязи. Неужели там сейчас сидит Черно и смотрит мой прямой эфир и думает, ой-ой-ой, она меня назвала там как-то. Я ее как назвала? Крупной дамой назвала. Ну и что? Да хоть даже не крупной дамой, ну вот это лично мое мнение. Я считаю, что у нее столько шансов привести себя в порядок. Даже я ей предлагала таблетки для похудения, чтобы она уже выпила и чтобы ее там не гнобили просто-напросто. Потому что я знаю, каково это. И то ей предлагают, так она и не соглашается. Так она ленивая, потому что ленивая корова. Вот правда, ленивая. Вот ей там оплачивают тренеров, да? Оплачивают там еще питание и так далее. Все оплачивают. Да худеть-то не хочу, господи. Тем более там на стрессе можно похудеть только в путь. Ну, а что? Я даже ей предлагала таблетки, она отказалась. Еще и как бы начала обзываться. Поэтому я ее тоже обзывала. И на этом мы разошлись с ней. А другая Саша из дома 2, например, другая Саша. Еще была такая полненькая там. Филиппова Саша. Она худела на моих таблетках, похудела. Сейчас она в Турции находится, я отправляла таблетки в Турцию. Поэтому каждый выбирает выбор, да, каждый выбирает свою дорожку, кто-то беговую, кто-то другую дорожку. Такое. Вот. Но лучше выбирать дорожку с таблетками. Или беговую. А по поводу заказа таблеток пишите мне в WhatsApp, в Директ, девчонки, там все вам расскажу, потому что здесь тут не всем, возможно, интересно слушать эту информацию по 10 раз. Вот. А так на проект я не хочу. На ток-шоу, да, можно ходить, как бы, в принципе, почему нет. А так, и то, я когда была на ток-шоу, я боялась, что не дай бог, что-то меня еще приплетут, еще цепанут, еще как-то захотят обставить, хотя там был такой разговор, и я так поняла, что меня хотели немножечко унизить, но вот там не получилось. Вырезали этот еще момент, плюс ко всему. Хорошо, что так произошло. Ну, знаете, это очень неприятно. Приходить, и тебя просто берут и с головы до ног обливают чем-то. Зачем? Кому это приятно? Никому не приятно. Поэтому и зачем туда идти, гадюшник? Сейчас 58. У меня у папы и мамы 10 лет разница, мама моложе папы. Получает деньги за Инстаграм. Кто? Я никак не получаю вообще. Если бы получала, было бы хорошо. Предложи черно свои таблетки. Предлагала, отказалась же она. Тупень она какая-то. Чего отказываться? Ну, я не понимаю, я похудела спокойно, она бы вообще уже давно похудела. Ты тоже раньше была не 53. Я тоже могу сказать, что я была ленивая корова. Я тоже могу сказать, я и сейчас ленивая, но только уже не корова. Поэтому я могу и себя назвать, и других людей как-то назвать. Мне вообще не жалко, честно. Поэтому я вообще самокритичный человек. Я могу раскритиковать любого и себя в том числе. Поэтому я не вижу ничего здесь ужасного. Это правда. Это правда. Это не обзывашки, это правда. Да, точно, у нее там все условия, еще и бабки сверх КГС брошенных предлагают. А она ленивая. Бабки ей точно нормальные платят, потому что она рейтинг там создает. Вот. Через 17 секунд уже закончится прямой эфир. Это очень плохо. Вот. Поэтому выйду еще завтра в прямой эфир. Всем пока!